на харде, блин, захардил просто. Но это после Хацуны Мико, после того мода, после Джейвила, после всех вот этих Уити и прочих, конечно, здесь хард не такой тяжелый, как у предыдущих пересказанных мной персонажей. Да, вы не ошиблись, это тот самый мод, как раз таки с танкманом, с танкистом, который у нас находится на шапке канала, ой, канала, не обязательно канала, а также сайта newground.com, или newground, не помню точно, как это называется, в общем, да. Вот такой вот танкман, разумеется, многие говорят то, что он будет в скором времени новым DLC, ну, точнее, новым персонажем одной из недель, скорее всего, так и будет, скорее всего... Как там мне предположили в комментариях, будет Риц, а в конце третьей песни будет появляться танкман. Возможно всякое. Возможно всякое, ребят. Давайте посмотрим, что такое из-за UGH танкмен. Давай попробуем сразу. О, смотри. А, нифига себе, он колбасится. Офигеть. Вообще колбасится, посмотри, что происходит. Просто хардкор. Найс. Держимся пока. Ну тяжело, ребят, сразу говорю, реально тяжело. У него озвучка очень крутая, у этого танкмена. Слышь, да, у него вообще какая-то космическая озвучка, вообще крутейшая. Я, конечно, надеюсь, то, что кроме Рица будет в седьмой неделе добавлен танкмен. Я в этом, ребят, вообще не уверен. Пока что, видите, добавляют моды всякие. Круто! Блин, у меня очень много мясов. И это все! Это все! Здесь есть хард режим, конечно. Подожди. Здесь можно было выбрать. Здесь, видишь, добавлен только один босс. Это танкман, и все. И больше ничего. Я чуть не обратил внимания. Я не обратил внимания. Мы на каком уровне сложности играли? Мы на легком играли или на сложном? 3, 2, 1, go! Ну трек крутой, ребят. Трек крутой и озвучка персонажа вот эта. Подожди, мы на сложном играли? Потому что сейчас вроде бы вообще ничего не поменялось. Мы на сложном играли? Я не поверю. Мы на сложном до этого проходили? Ребят, это и есть сложное, офигеть! Я с первого раза сложное прошел. Жесть! Просто жесть. Да, здесь ошибки зачитываются, если что. Здесь не получится просто так нажимать, если что. Это вам не выйти. Офигеть! Ну это круто очень. Ну все, я уже лажать начал. Он почти меня победил! Помогите кто-нибудь! Выйти, спасти! Да. Все-таки тяжело. Но опять-таки повторюсь. Мы его прошли на хардкоре уже, потому что ничего не поменялось абсолютно. Абсолютно ничего не поменялось. Офигеть не встать. То есть, давайте для сравнения попробуем изи, чтобы понять... Может быть, здесь все одинаковые вообще режимы? 3, 2, 1. Ну я его прошел на харде! Ну да не, посмотри, вообще отличается. Первый раз мы проходили на харде, офигеть. Я сам не ожидал, то, что мы на харде. Не, это легко. Это легко, здесь даже можно не стараться, блин. Здесь в любом случае пройдешь. Здесь в любом случае пройдешь. Ну давайте еще раз. Ой. Давайте пройдем еще раз.
на харде, блин, захардил просто. Ну это после Хацуны Мико, после того мода, после Джейвила, после всех вот этих Уити и прочих, конечно, здесь хард не такой тяжелый, как у предыдущих пересказанных мною персонажей. Офигеть. С первого раза прошли. Мозги странные в виде ретри, но это везде они такие были. Они ничем не отличаются от других модов, точнее от основной игры. Да, гораздо медленнее стало, заметьте. Гораздо медленнее стало. Да, на изи очень легко проходится, вообще без всяких проблем. Надеюсь, вам понравился мод этот. Мне лично очень понравился, я бы надеялся, я бы хотел, то чтобы это было не модом, то чтобы это было основной частью седьмой недели и, разумеется, третьим треком, потому что это чувствуется, как будто сделал вообще разработчик. Идеально сделано, идеально! Хотя до этого у разработчиков были как раз таки в Твиттере какая-то инфа, связанная с Танкманом. Связанная с тем, что этот персонаж выйдет. Но по факту-то ничего еще до сих пор не известно, поэтому просто ждем. Ждем, когда у нас... Подожди, а если опции нажмем? Поэтому просто ждем. Нифига здесь опций! Офигеть, здесь надобавляли! Это в чем прикол-то вообще? Я даже не знаю, что эти опции делают. Но опций здесь чисто слишком много. Ну, написано на английском, так лень читать, думать, что они там делают. Очень круто, поэтому ждем обновлений седьмой недели, ждем Рица и ждем, разумеется, Танкмана в данных обновлениях.